И когда мы приходим в церковь и начинаем говорить: «Аллилуйя, Господь, я отдаю тебе свою жизнь», а потом, выходя, мы забываем все это и продолжаем жить для себя, мы грешим своими устами против Бога, и наша жизнь лишается благословения. Хочешь славить Его? Славь Его всей своей жизнью. Не только своими устами. Все и все, кости всех перемывают, обсасываются до зеркальной чистоты. Друзья мои, такие люди беспокойные и неудержимые. Наше современное общество, оно полно беспокойных людей. Некоторые люди обрушивают на нас потоки своих слов. А корень вот этой проблемы, он в обеспокоении.